вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня Берлинский университет на матч хозяин. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Итак, состав Баварии. Вы видите расстановку игроков на поле. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня Берлинский университет на матч хозяин. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Итак, состав Баварии. Вы видите расстановку игроков на поле. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня Берлинский университет на матч хозяин. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Итак, состав Баварии. Вы видите расстановку игроков на поле. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. Совет кончилось тем, что вратаря простили, а судья купил в его магазине очки. Мануэль Нойер спасает ворота, но это громко сказано, потому что такие мячи он должен брать одной левой рукой. Потери и у соперника. Опаснейшая проникающая передача, но здорово разобрались с ней защитники. Талисо. Пол команды обыграл, ничего себе! И это Роберт Левандовский. А вот это может быть опасно. Сыграть хорошо на выходе не каждый вратарь сможет, кстати. Вот.